Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшний наш видеообзор посвящен видеорегистратору компании Apache модель GA600. Данный видеорегистратор имеет возможность снимать видео с разрешением 1280 на 720 пикселей с частотой 30 кадров в секунду, а также 1440 на 1080 с частотой 15 кадров в секунду. В комплект поставки видеорегистратора входит инструкция пользователя на русском языке, а также гарантийный сертификат, кронштейн крепления присоска с шаровым шарниром, зарядное устройство в прикуривателе с разъемом мини-USB и кабель мини-USB. В передней части расположена камера, а также 12 инфракрасных диодов подсветки. Сбоку расположен разъем мини-USB и слот для карт памяти microSD. Сверху находится отверстие микрофона и кнопка принудительной перезагрузки устройства, а также башмак крепления кронштейна присоски. На лицевой стороне расположены кнопки управления видеорегистратором, а также дисплей диагональю 1,5 дюйма, на котором отображается полностью русифицированное меню с такими настройками, как изменение разрешения видеозаписи, коррекция экспозиции, включение детектора движения и записи звука и многое другое. Afraid of no one's eye. Maybe we should, maybe we don't, maybe we've given this a try.